Покрасил уже раму. Беру баллон Montana Glitter Effect. От цвета космоса, наверное, выйдет. Так, ну что у нас тут? Короче, покрасил уже раму баллона Montana Hardcore черным глянцем. То вот так вот она сейчас выглядит. Идея такая, друзья. Крашу раму в два слоя с этого баллона. После чего, короче, беру баллон Montana Glitter Effect, аметист и вот этот, который Aqua. И потом просто налаживаю сверху этого еще и лак. Прикольно, думаю, цвета космоса, наверное, выйдет. Потом. Только, думаю, сегодня я уже так, наверное, покатаюсь, а на следующий день уже возьму и, ну, блестками покрою ее. Это, думаю, будет интересно. Ну, а пока вот так вот моя рама BSD LVX выглядит. Не, ну хорошо, баллон хорошо покрасил. Типа, претензий вообще немає. Вот так получилась новая расцветка моей рамы. Не знаю, вам видно будет, не будет вам видно. Думаю, смотрите. Это получается аметист, вот этот, который фиолет. Ну, вам должно быть видно, я думаю. И плюс еще цвета космоса. Ну, космос у Montana Glitter Effect, это выходит вот этот аква цвет. И получается, вот так он выглядит. Ну, где-то я вот баллоном брызнул. И вот этот Montana Glitter Effect, это у нас идет лак плюс блестки, чтобы вы понимали. Ну, под словом лак, не думайте то, что у вас поверхность вот эта, она прям будет идеально глянцевая. То есть она все равно за счет вот этих блестков, она идет вот такая вот шершавая. Поэтому, покупая такой баллон, не думайте то, что у вас прям будет мега-мега глянец. Ну, смотрите, я чуть... Вот так вот сделаю, чтобы не так прям ярко было. Ну, думаю, все равно вам видно, блин. Жалко еще то, что солнце зашло. Так. Ну, так не особо, слушайте, не особо оно прям видно. Вот так вообще как будто рама прям черная. Типа, не знаю, может на ту сторону его перевернуть? Может, будет видно? А то пока, ну, не особо, просто вживую она... Выглядит прям вживую, она выглядит прям вообще хорошо как раз. Типа, а так что-то особо и не видно. Так что смотрите. Вот, кстати, видно блестки. Когда на них фокус не наводишь. А не, в принципе, и так видно. Смотрите, вот так вот оно все блестит. Ну, цвет мне вообще понравился, а вам как, в принципе? Пишите в комменты, хорошо ли получилось или не очень. Вот есть такие вот места, где прям вообще, о, смотрите, вот-вот-вот, прям вообще идеально видно хорошо. Типа вот так вот получилось. Обычным баллоном Montana можно купить, если в вашем месте есть магаз акварель, то просто зайдите, то и подивитесь вот такие вот баллоны, просто с обычной краской, они там сейчас по 200 гривен коштуют. А если у вас нет такого магаза, то заказывайте уже в интернете, оно в принципе где-то в районе 200 гривен тоже стоит. А баллоны, которые уже с блестками, вот эти Glitter Effect, то они стоят по 340 гривен, у меня вышел за баллон. Так что вот такая вот покраска мне обошлась 880 гривен. Но я думаю, это довольно-таки нормально. Как для такой крутой покраски, смотрите,
Мне нравится, как вот это LVX выглядит, так вообще по-новому прям заиграло. Ну, красиво вышло, по моему мнению. А как вам, пишите уже в комменты. Так что, вот такая вот покраска. Можно сказать, за копейки, потому что я когда-то узнавал, сколько будет стоить, чтобы покрасили раму в такой цвет. Это будет стоить типа 100, там, ну, может, больше $100. Поэтому понятно то, что мы ищем вариант побюджетнее. И покраска у нас сегодня вот такая вот была, там, чисто до 1000 гривен за это все. О, кстати, на GoPro-шку, когда снимаю, вообще прям вроде бы нормально видно. Посмотрите. Да, видно эти блестки все. Так что вот такая вот сегодня покраска. Я не знаю, правда, как за бекану смотрится. Типа нормально, не нормально. Там уже вы сами смотрите. Но она, блин, сдалека просто черная выглядит. Типа, не знаю. Вам хоть видно перелив или не видно? Это только вживую, наверное, надо смотреть. Ну, я думаю, вы поняли, как она выглядит, в принципе. Типа я уже где-то на вилке всю коцку поставил. А, наверное, от кроссовки, когда футвип делал. Ну, краска Montana Hardcore в цвете Black, то выглядит очень круто. Смотрите, прям насыщенный черный такой. Вот даже, смотрите, зеркальное. Даже видно, как я камеру держу. Вот. Вообще улет. Кстати, это же я поставил свою старую вилку на лясик, потому что та, которую Артема купил, то, вы знаете, она мне не подошла. Вроде бы на широкоуголке выглядит как-то получше видно. Так что думаю, сейчас, может, поеду еще покатаюсь чуть-чуть. И потом буду гнать домой или к моему соседу Андрею, у которого бэшка, купешка Е46. И думаю, что-то поснимаем с ним интересное.